Друзья, всем добрый день! Сегодня я вам покажу свои покупки с сайта AliExpress. На самом деле, первое видео я уже сняла по этим покупкам при распаковке, но решила показать вам их в полном объеме. Видео с распаковки выкладывать не буду, а, соответственно, уже готовый продукт на вешалке вы сейчас можете посмотреть. Первое, что покажу, это у нас с вами топ. Он черный. И он сделан из такой ткани, как подкупальник. То есть, в принципе, если вы его одеваете, то, соответственно, если вы вдруг вспотели, да, то есть все это ткань все впитывает. То есть она идет именно как купальная ткань. В ней не жарко, кожа дышит спокойно. Мне топ понравился. Он, в общем-то, размер это не S-ка, это M-ка. Хотя я ношу XS или S, но взяла M-ку, потому что в Китае немножко другие размеры. Он мне, в принципе, подошел идеально, хотя, наверное, я бы не отказалась бы от S-ки. Но кто знает, может быть, оно и к лучшему. Позади тут немножко собралась ткань, значит, он тянется. Здесь очень интересное такое переплетение идет резиночек. Здесь очень все качественно прошито. Они, естественно, двигаются. Вы можете на спине делать, создавать разные как бы узоры, но в принципе он один. Очень красиво смотрится на спине. В общем-то, очень мне понравился. Вы не смотрите сейчас, что здесь собирается, потому что он не натянут. У меня, к сожалению, нет манекена, чтобы вам показать, но смотрится идеально. Очень классный топ, стоил не очень дорого. Нравится именно ткань, и что в нем тело не потеет. То есть его можно одевать и как лиф, и как под рубашку какой-нибудь полупрозрачную. То есть вообще идеальный товар. Мне очень понравился. Следующее, что я вам покажу. Одну секундочку. Так, у меня уже все попадало. Сейчас постараюсь повесить, чтобы не упало. Это у нас с вами топ. Сейчас я его поправлю. Вот, вот такой вот топ. Так, он падает. К сожалению, все падает. В общем, вот такой вот топ. Он на самом деле очень короткий, то есть он чуть ниже пупка. В принципе, пошито неплохо, не потеет в нем тоже тело, хотя он, по-моему, сделан из каких-то синтетических ниток, ну, то есть, естественно, вязка. Вот, неплохой топ. Здесь есть с правой стороны застежка, но только с правой. Вот, в принципе, неплохо прошито, все сделано. Я уже его одевала один раз. Ну, что сказать. Конечно, это такой прогулочный вариант, не для работы. Хотя, если вы, в принципе, подберете необходимый какой-нибудь кардиган или пиджак, то, в принципе, топ будет сидеть. Неплохой. Позади. То есть, смотрите, здесь высокая такая горловина, позади такая же горловина. То есть, тут не совсем понятно, где перед, где зад. Но я думаю, что это без разницы. В принципе, неплохой, но, наверное, в нем есть какие-то недоработки по пошиву. Такие вот гладиаторские, я их называю, рукава. Их можно, кстати, носить, я имею в виду топ, на спущенных плечах. То есть это именно тот самый вариант. Можно чуть приподнять. Не совсем понятен топ в плане размера. То есть на какую фигуру это все-таки пошито. То есть он немного маломерит, но в принципе неплохой. Вот. Ну, в общем-то, неплохо за свои деньги. Ну, такой отличный вариант. Я называю его такой тусовочный. Тусовочный вариант, потому что, ну, на работу, в офис, опять же, да, вот так вот у меня все упало. Ну, ладно, неважно, подниму, не совсем подойдет.
Следующие, последние два товара, это у нас купальники. Купальники. Первый купальник вот в такой вот африканской расцветке, я его называю. Значит, мне он очень понравился. Здесь есть чашечки небольшие, пуш-ап. Я сейчас покажу их вам. Он мне очень понравился, идеально сел. Я вообще купальники слитные никогда не носила, но исключительно только в бассейн. Это было очень давно. Вот, не знаю, почему захотелось. Наверное, какая-то вот ностальгия, что ли. В общем, вот такой вот купальничек. Очень классный. И самое интересное, это его задняя часть. Позади, значит, смотрите, давайте посмотрим с вами на чашечки пуш-ап. Сейчас постараюсь показать. Вот такие вот они кругленькие. Здесь все качественно прошито. И, соответственно, резиночки. То есть на спине очень идеально смотрится. Очень классно. Вот. Прям практически до низу, естественно, все идет. Очень классный. Очень классный купальник. Мне очень понравился. Классно прошито все. Сделано идеально. Здесь тоже у нас с вами наклеечка. Все как положено. Все качественно прошито, сделано. Не знаю, видно или нет. В общем, купальником я довольна. И в пару ему я взяла другой купальник. Раздельный. Главное, чтобы здесь ничего не упало сейчас. Так. Купальник. Значит, здесь непосредственно сам топ. Вот в такой вот тропической расцветке. По бокам сделаны вот такие вот резиночки. Здесь также есть пуш-ап небольшой. Ровно такой же, как и в том купальнике. То есть кругленький. Сейчас я вам покажу. Вот. Вообще, как бы кажется, что незаметно, но он здесь есть. Его можно вытащить, если я не ошибаюсь, там как-то. Ну, в общем, вот такой вот вариант. Это сейчас один из самых модных тенденций в моде. И топы сейчас такие делают, и купальники, как вы видите. Ну, давайте покажу вам сразу нижнюю часть. Будет очень сложно показать. По бокам здесь такие же резиночки. Вот. И, соответственно, ну, не знаю даже, как показать. Сейчас вам покажу так, чтобы ничего не упало. В принципе, неплохой купальник. Ткань очень приятная, такая яркая расцветка. Камера сейчас немного засвечена, потому что позади меня солнце. Но очень яркий цвет, очень красивый, тропический такой. Очень интересный, мне понравился. И, соответственно, как он выглядит позади. Задняя часть выглядит вот таким вот образом. То есть он, в принципе, действительно как топ. Его как топ можно и носить, и, в общем-то, будет очень хорошо, красиво и под рубашку, и под майку, под футболку любую идеально подойдет. Вот, соответственно, я решила перейти на новый тип купальников, потому что у меня до этого были только раздельные. Раздельные купальники. Такой, знаете, классический стиль. Ну вот сейчас я решила что-то возобновить. Купила себе как раз и слитный купальник, и вот такого плана раздельный, современный. Ну, наверное, что-то надо менять, собственно говоря, да. Мода, конечно, по кругу идет, возвращается, уходит, тенденции сменяются, потом возвращаются. Вот, но, собственно, вот такой вот замечательный купальник. И это были мои небольшие покупки с сайта AliExpress. Оставайтесь со мной. Всем пока!